Как улучшить показатели коммерческой деятельности, повысить ее эффективность и усовершенствовать линейку продуктов? Ответы на эти вопросы и многие другие предприниматели Кольского Заполярья ищут вместе со столичными экспертами. В Мурманске стартовал акселератор бизнес-проектов программы Норникеля «Мир новых возможностей». Второй раз акселератор бизнес-проектов собирает в Мурманске предпринимателей из Мончегорска и Печенского округа. Его работа займет 8 недель. В первые дни пройдут установочные занятия, а также презентации идей участников семинара. Затем последует и доработка концепции с экспертами-консультантами, а завершит курс «Инвестиционная сессия». На ней авторы самых сильных проектов смогут претендовать на займы от Норникеля для воплощения задуманных инициатив. Следует отметить по итогам предыдущей программы, что многие, научившись зарабатывать самостоятельно и улучшив показатели, не используют эту возможность, благодарят компанию «Норникель» за предоставленную возможность, потому что программа для предпринимателей бесплатная, и, собственно говоря, отлично развиваются на свои. Если честно сказать, для меня, как для организатора, наверное, это наиболее такой высокий показатель оценки эффективности нашей работы, когда у предпринимателя появляются внутренние резервы через улучшение показателей бизнеса для собственного развития. Гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги, красота и здоровье. Чему могут научить эксперты-предприниматели из таких разных сфер? Например, умению продвигать свой товар, находить уникальную нишу на рынке. И в этот раз, по словам организаторов, маркетингу они уделят особое внимание. Впрочем, это не единственное новшество нынешнего года. Мы пригласили в этот год не только социальных предпринимателей, но и представителей некоммерческого сектора, которые хотят монетизировать свой бизнес и с помощью тренеров они смогут это сделать. Организаторы подчеркивают, акселератор – не учебный курс. Его задача – помочь участникам проанализировать свои резервы. Причем не только в плане экономики, финансов, но и, например, в сфере психологии. Специалисты утверждают, причина многих неудач – эмоциональное выгорание. Здесь действует тот же самый принцип кислородной маски. Если ты хочешь, чтобы работа приносила удовольствие тебе и твоему потребителю, ты делаешь качественный продукт, безусловно, ты отдаешься, но ты заботишься о своей психике. В первую очередь ты надеваешь кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот этот принцип в бизнесе точно так же работает. Проанализировать свой бизнес в этот раз решились 25 предпринимателей. Для многих из них это не первый опыт участия в программах Норникеля по развитию территорий. Так, к примеру, чуть больше года назад в Заполярном выпускница школы социального предпринимательства открыла семейный центр для дошколят и их родителей. Сегодня она уже готова двигаться к новым горизонтам. На самом деле критика и оценочное суждение своего бизнеса – это очень хорошо, потому что когда ты варишься в одном и том же каждый день, уже немножечко глаз замыливается, и когда на тебя смотрят со стороны, тем более эксперты такого уровня, очень хорошо послушать, что ты делаешь не так или наоборот, что ты делаешь так. Поэтому есть, мне кажется, акселератор для того, чтобы прокачать и понять, что тебя может быть где-то так хорошо чехвость, а ты где-то скажешь, что здесь ты молодец, и свои сильные навыки мы будем дальше улучшать, а на свои минусы как бы посмотрим с другой стороны. Акселератор бизнес-проектов – часть работы Норникеля по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионах присутствия. На эту сферу деятельности также нацелены такие элементы программы «Мир новых возможностей», как курс «Социальное предпринимательство», интенсив «Бизнес-трекер» и ежегодный слет социальных предпринимателей Севера. Илья Комлев, Борис Савельев, ТВ-21+.